И бог с ними, с жестами зрителей. Поскольку на площадку выходит, безусловно, сильнейшая гимнастка сегодняшнего соревновательного дня, уже выигравшая 3 вида из 3, в которых выступала. Анна Бессонова, абсолютная чемпионка мира, в упражнении с лентой, вашему вниманию. И корона отби. Жалко. Вот в этом-то и спортивность, я бы так сказал, художественность.